Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чарли, и начиная с этого видео, я решил записывать серию о том, что меня вдохновляет на творчество в разных программах. В таких видео я буду показывать новые возможности, которые появились с апдейтом плагинов или какие-то старые фичи, которые мне безумно нравятся и я их использую в своей работе. Скорее всего, вы уже видели на моем канале короткий ролик о новой фиче WarnNutflix для Maya. Каждый раз, когда выходит что-то новое, меня распирает от эмоций, и это видео следствие их. В одном из видео мы еще поговорим об этой крутой фиче, и я все-таки решил записывать такие уроки с комментариями. Может, каким-то мини-уроком с разбором, так как не всегда всем могут быть понятны такие короткие видео. И сегодня мы поговорим о недавнем крутом апдейте в Pixel Mixer и классной возможности в 3D Code экспортировать PBR текстуры без развертки или топологии, как раз для использования в Pixel Mixer. Также я расскажу о создании готового сета с настраиваемыми текстурами в Pixel Mixer и экспорте его в V-Ray Next Maya Beta 3. И конечно же поговорим о V-Ray Cloud Beta. Ну что, готовы? Поехали! Итак, для начала давайте научимся создавать PBR материал с Displacement для экспорта в Pixel Mixer. Для этого открываем 3D Code, выбираем Surface Sculpting и вам предложат варианты развития событий. Вы можете импортировать объект для работы, создать Tilebox или начать работу с любого из других пресетов. Для начала давайте выберем Tilebox 3×3. Так как чаще всего вы будете создавать тайлы и удобнее всего как раз работать с таким пресетом. После того, как откроется пресет, выбираем любой из понравившихся шейдеров вкладки Shaders и приступаем к работе. Чтобы было удобнее работать, я сразу рекомендую выключать все слои, кроме Center. Как вы уже наверное поняли, остальные просто показывают тайлинг данного слоя. Если вы что-то рисуете в центральном слое, это автоматически отображается на других слоях. Таким образом, можно продумать весь тайлинг текстуры или скульпта. Чтобы выключить все слои, просто нажимаем зажатым Alt на глаз возле имени слоя. Для создания тайлов можно использовать весь инструментарий 3D Code, в том числе и новые кривые. Достаточно активировать этот режим и выбрать любой из инструментов на специальной панели. Например, вы можете использовать данные кривые для выдавливания новых объектов с помощью Vox Layer. Если нарисовать тот же прямоугольник и нажать правую кнопку мыши на нем, выбрать Apply Curves, вы получите специальную маску, с помощью которой можно выдавить новый объект. С помощью замкнутой линии можно нарисовать более сложную маску и тоже получить новый объект, с которым потом можно работать и таким образом создать какой-то детализированный скульпт для крутого дисплейсмента в Pixel Mixer. И еще удобство 3D Code в создании Displacement карты заключается в том, что вы можете нарисовать объект на отдельном слое и перемещать его как вам удобно. Таким образом, получать более интересный Displacement, нежели с простым 2D скульптом. Давайте нарисуем какого-то червя, которого можно использовать для вашей хоррор игры. Теперь, если перейти в Paint Room, вы можете раскрасить его PBR материалом с разными свойствами. Главное во время рисования выбрать не Matcap Shader, так как он не отображает все свойства. Регулируя Glossiness Intensity, вы можете получать матовую или глянцевую поверхность. А с помощью разных альф и настроек кисти получать интересные эффекты. Также можно выбрать любой смарт-материал и рисовать им, или создать какой-то свой. Как только вы выберете его, сразу же запечется Ambient Occlusion и Curvature карты. Заметьте, что все это я делаю без развертки или топологии. Давайте порисуем разными материалами. Кстати, вы также можете использовать нажим на Opacity и получать плавный переход от глянцевой поверхности к матовой. И теперь внимание! Весь этот креатив вы можете экспортировать в PBR материал. Причем карта дисплейсмента будет в XR формате с 32-битной глубиной. Для того, чтобы сделать экспорт, возвращаемся в Sculpt Layer, выбираем файл Export Export Devs Along Y. В появившемся окне выбираем все карты, причем заметьте, вы можете создать еще и Missive слой. Далее выбираем разрешение текстуры, область захвата с помощью Patch Size и нажимаем ОК. После этого вы получите все нужные текстуры для PBR материала. Metalness, Normal, Roughness, Gloss, Color и Displacement в XR. Теперь, если открыть Pixel Mixer, вы можете создать новый микс и добавить Paint слой, в который можно загрузить все эти карты.
В итоге вы получите все те же материалы, которые рисовали в Коате по модели без ретопологии и развертки. Я думаю, вы уже теперь понимаете всю крутость связки Coat плюс Quixel Mixer. С вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку «Поделиться». Всем мира!